Дорогие наши дети, год нам дался нелегко. Карантины, пандемии, маски, штрафы. Но зато мы теперь отлично знаем, что в любой нелегкий час можем смело и бесстрашно мы рассчитывать на вас. Да, экзаменов не будет, но проверку вы прошли. Месяц наш дистанционный вы достойно провели. И поэтому сегодня на экране не урок, а большой дистанционный и последний ваш звонок. Мы, поверьте, не в восторге, но такой пришел указ. Никаких прямых контактов. Мы онлайн поздравим вас. Пожелаем вам здоровья. Это нынче дефицит. Пожелаем вам терпения. И оно не повредит. Мы желаем вам удачи. В колледж поступить легко. А еще желаем счастья. Будет пусть у всех оно. Вас, ребята, отпускаем. Мы вам дали, что смогли. И надеемся, что с нами интересно годы шли. Будьте первыми, ребята! Пусть в стремлении побеждать никакой коронавирус вас не сможет напугать!